Здравствуйте, отвечаю на ваш вопрос. Вы не представились, как вас зовут, но вопрос озвучу. У меня проблема с новыми соседями сверху, шумные, с маленьким ребенком. Он часто бегает и прыгает по квартире. Говорила с ними неоднократно, но ничего не меняется. Я понимаю, что некоторый шум всегда может быть, потому что ребенок маленький, все не объяснишь. Но меня больше всего расстраивает моя болезненная реакция на шум. Мира нет. Очень сильно раздражаюсь. Что вы посоветуете? Слава Богу за ваш правильный фокус. На самом деле обстоятельства вокруг нас могут быть разные. Но если это раздражает, если это выводит из себя, то вы обнаруживаете какую-то часть внутри себя, нуждающуюся в исцелении. Поэтому первое – это скажите Богу об этом. «Господь, у меня есть раздражительность, я хочу найти ее исток. Я хочу найти причину». Может быть, вы сами когда-то были таким ребенком. Может быть, кто-то на вас раздражался. Может быть, это было с вашими детьми, когда вы их, наоборот, очень жестко держали. Бог покажет вам какую-то причину, которая сегодня вызывает в вас вот эту реакцию. Поговорите с Ним об этом и скажите: «Господь, я сейчас прошу, чтобы Дух Святой указал мне на источник моей проблемы». И тогда, когда вы это увидите, то позовите туда присутствие небес. Если надо кого-то простить, простите. Если надо там в этой ситуации от чего-то отречься, когда вы говорили «я никогда», «мои дети никогда» или там еще что-то. То есть, когда вы дали таким словам выйти из ваших уст, то таким образом вы, в общем-то, отправили их как инструмент для врага. И если это так, то дьявол будет, конечно, использовать его против вас. Поэтому лишите силы слова вашим отречением от них и сказать: «Господь, прости, что я говорил эти слова, а сейчас помоги мне принять позицию, открытую для твоих перемен». После чего начните благословлять этих людей, этого ребенка, и спокойствием, и послушанием, и миром во взаимоотношениях и в сердце. Вы увидите перемены. Более того, посвящайте во славу Божью все, что вокруг вас, потому что даже из уст младенцев и грудных детей Бог совершает хвалу. Я благословляю вас видеть суть вещей.